пожаловать на канал Альфия ФМ. Это будет мой влог из санатория. Ну что, у меня первый вечер. Моя соседушка пока где-то там гуляет, я не знаю, она развлекает. Ну, мы развлекаемся отдельно. И я вот прошлась по территории, как вечерняя прогулка, да. Сейчас уже время 9 час, и решила попить чай с булочкой, которую нам давали на ужин. Чай, конечно, Тесс, все понятно, да, ну вот, а булочка такая с корицей, они здесь сами пекут, очень вкусно, даже на выглядит очень вкусно, на вид аппетитно. И еще целую пачку ряженки, представляете, дают на человека, так что сейчас я выпью чай с булочкой, а потом, может быть, еще и ряженку. А так, я уже хочу умыться и лечь в кроватку, повышивать чуть-чуть, может быть, включу телек, у нас здесь есть кондиционер, телевизор в номере, то есть все удобства в этом плане, конечно, есть. Вот поэтому думаю, что, в общем, проведу вечер уже так более спокойно сегодня. Всем добренькое утречко, у нас новый день, сегодня у меня прием у врача. И перед тем, как пойти к ней, она мне сказала: возьмешь стаканчик и пойдешь пить минеральную воду. Так что этим я собираюсь сейчас заняться. Вот, и тут они выдают такие пеленочки. Там, ну, знаете, на массаж, когда ходишь, все дела. Короче, можно свое было не брать даже. Ну ладно, пойдем попробуем, что тут за водичка. Ну что, здесь такое отдельное здание, я вам потом его покажу. А внутри расписание. И та-да-дам, краники, шикардосная люстра. Сказали, что в разных кранах будет разная по температуре вода. Вот. Мне прописали второй и третий краник. Вот этот. Но у меня нет гастрита, всякого такого. Просто так по чуть-чуть буду пить. А это нам нужно выбрать, что мы будем есть завтра. И вот такой выбор еды тут. Интересненько, интересненько, чего бы взять. Минутка моего восторга. В общем, представляете, сейчас мы были на завтраке. Я вам показала то, что я думала, наш завтрак. Но мы сидели, и в итоге потом нам принесли еще кашу овсяную. И яйцо вареное. Я такая, а то есть запеканка это была там вот и сыр, это было не завтрак? Такие, нет, вот мол, каша еще. Я не съела столько, это очень много для меня. Я прям удивлена. Короче, голодать я точно не буду. Мандаринку забрала с собой в номер, потом попозже съем. Ну а сейчас мне нужно сходить еще. Я уже была у терапевта, она там общие какие-то рекомендации посмотрела, сдала, посмотрела мои все анализы. У меня так как никаких этих нет болячек, в общем, мне ничего особо-то и не дали. Спросила я про обертывание. Здесь есть обертывание водорослей, шоколад. Мне сказали, мне ничего такого нельзя, так как это все согревающее и для малыша такое вредно. Либо там какие-то, знаете, с этими идут. Там иглоукалывание, там, допустим, пиявки. Ну, короче, мне ничего не подходит. А я думала, может быть, что-нибудь закажу дополнительно, там, на заплату. Вот, какую-нибудь процедуру себе косметическую такую, знаете, этот восстанавливающую для кожи. Но нет. Так что сейчас, в общем, я схожу еще, мне нужно забрать там какую-то книжку, какое-то расписание, которое для меня подготовят. И хочу зайти в магазин местный, посмотреть, что там продают. Вернулась только что из магазина, да, выбор там, конечно, не очень. В общем, потом я как-нибудь там вам поснимаю, пока еще присматриваюсь, чтобы, знаете, на меня там тоже так косо не смотрели. Ну, а сейчас собрала вещи для химчистки. Тут у меня пара платьишек и полотешки мои нужны, которые из больницы освежить. Вот, 150 рублей за килограмм. Такая, по-моему, расценка. В общем, сейчас пойду посмотрю, пока еще ничего не знаю. В общем, решила, что ладно, не бог весть какая сумма, зато я не буду это стирать, мне здесь просто негде сушить. А так мне уже привезут чистенько обратно. Все, пойду. И так я еще не получила свою эту книжку, еще она не готова. Что мне сегодня делать-то? Мне сегодня уже должен быть массаж вообще-то. Все, я отдала вещи в стирку.
Мне сказали, еще полчаса можно спокойно погулять, потому что сейчас те люди, которые делают эти книжки, они на планерке. Вот. Ну и я решила, что я приду сюда к фонтанчику на эти очаровательные лавочки с вышивкой. И буду сидеть, вышивать сейчас и наслаждаться жизнью. Я заслужила. Смотрите, какое прелестное местечко. Фонтанчик, конечно, простенький. Ничего не говорю. Я тут его не называю шикардосным. Но все равно приятно посидеть будет сейчас. Сейчас выберу, какая у меня будет лучше скамеечка. Ну все, я уселась. Такой у меня вид. И буду сейчас вышивать свою норму вышивальным лото. Такой рисуночек у меня тут. Сейчас покажу, какой будет. Вот такая птичка. Ну все, мне вот выдали, значит, вот такое, видите, расписание в каждый день тут, что у меня будет. Ну, у меня не так много, на самом деле, развлечений. Только вот такое все. А это наш корпус. Тут разные корпуса есть. Мы вот в этом живем. На первом этаже здесь ресторан, где мы кушаем, и клуб. А на втором и третьем этажах уже живем мы. Все, я собрала целую сумку в бассейн и сейчас пойду посмотрю, какой он тут. Сказали, что маленький, поэтому я ошибка, конечно, не рассчитываю на какой-то супер-пуперский басик. Но сначала я пришла за кислородным коктейлем. Такой прикольный. Все, я поплавала. Единственный минус, то что я пошла не в свое время. Ну, мне просто поздно дали мое расписание. И я плавала с детишками, с их мамами, бабушками. Ну, и было, конечно, немножко шумно. Вот, завтра пойду с беременяшками. Будет намного лучше. Бассейн, кстати, нормальный. Я думала, хуже будет. Итак, у нас время обеда. И здесь два супчика. Щи и чечевичный с грибами. Но мне вот щи, так как я его не выбирала. И банан. А на второе у нас рыба под каким-то овощной штукой, короче, и пюре. Ну все, я очень вкусно пообедала. И сейчас у меня следующая процедура, это массаж. Пойду, у меня там будет шейно-воротниковую зону разминать. Посмотрю, заодно спрошу, может, что-нибудь еще другое можно. Я бы хотела, чтобы у меня на ножке сделали массаж. Может быть, у них есть, можно заказать. Ну что, мне сделали массаж, шейно-воротниковую зону. И спереди она здесь мне вот помяла возле ключицы, и позади, вот это все, плечики, шею. О, это просто восхитительно. Я там настолько расслабилась, что она когда сказала, ну, я там полусидя, получается, находишься, она говорит, теперь опрокиньтесь на спинку стула. Я такая еле-еле отлипла от валика. Она говорит, что? Я говорю, мне плохо. Я говорю, нет, меня она расслабила до такой степени. Вот, мне понравилось. Вообще невероятно, конечно, расслабон, классно. Значит, там музыку поставила, все это как надо. Мне очень понравилось. Ну а сейчас я сижу и вышиваю возле фонтанчика. Так как у нас жара, у нас плюс 30 градусов, то здесь в тенечке, ну знаете, такой тенек от деревьев, вроде кажется, что слабенький, но ощутимо. И прохлада от фонтана дает свое, и здесь очень даже комфортно сидеть. Вот чем я и занимаюсь. Дышу свежим воздухом, наслаждаюсь жизнью. Ну и это все, что мне назначили. Я спросила, можно ли мне какой-нибудь другой еще массаж сделать, там на ноги, еще что-то. Сказали, что нет, есть противопоказания, так как возможен тонус. И они вот не берут на себя такую ответственность. Поэтому осталась я без всяких дополнительных процедур. Ну ладно, не скучаю, так как до обеда у меня, в принципе, день заполнен, да, вот всеми этими похождениями. А после обеда буду вот вышивать, гулять по территории, в общем, и отдыхать.
Ну что, у нас время ужина. Начинаем с салатика. А еще будут такие булочки. Все, мы поужинали. Я пошла гулять. Спустилась снова вот сюда вниз по лестнице. Там позади меня игровое поле. Здесь их две, ну, два поля, да. И небольшой песчаный пляж с озером. Сейчас я попозже к нему подойду. Вам сниму, покажу. Но пока решила прогуляться по длинной траектории, заодно с вами поговорить. В общем, к нам заселили уже третью девочку. Теперь у нас полный комплект в номере. Вот, тоже молоденькая, как моя соседка до этого. Вот, у них маленький срок у обеих. У нее еще токсикоз у бедненькой. Вот, ну, в общем, они вот такие прям, ну, им по срокам, короче, им есть побольше о чем поговорить. У меня уже для них срок большой. Ну, и я в основном все равно то вышиваю, то гуляю. Вот, в целом покушали, ну, кушаем-то мы все равно вместе, там вечером вместе будем сидеть. Так, хорошие вроде. Вот, ну, в общем, я все равно пока отдыхаю, пока гуляю. Вот, наслаждаюсь свежим воздухом. Сейчас, конечно, солнышко уже такое близится к закату. Только из-за этого сюда подошла, потому что иначе здесь делать вообще нечего. Ой, тут еще какую-то заводь нашла. Сейчас я вам сниму. Ну, тут какое-то болото. Ну, что-то булькает. Там один мужик ходит. Вон там, где дети, вот позади детей... Есть пляж, и он ходит со спиннингом, рыбачит, маленьких там поймает, отпустит. Вот развлечение у человека в санатории. О, я обошла это поле, и вот здесь вот этот детский корпус, в нем лагерь. В двух корпусах они живут. Так много детей вообще, прям, мне кажется, даже больше, чем взрослых. Очень много детишек. Ну вот, я дошла примерно до пляжа. Купаться нельзя. А вон там мужик рыбак, про которого говорила. Уже тут рыбачит. Вот. У нас новый день, новое меню на завтра. А сегодня такой вот завтрак. Еще и мясо, ветчина. Я позавтракала и сейчас пришла, смотрите, такой здесь лесочек. В общем, здесь тоже я вот нашла такую более-менее в тенечке скамеечку, потому что я вчера сидела возле фонтана, там, конечно, прекрасно, но там много людей, получается, ну, туда-сюда ходят, и всем надо поговорить, всем надо что-то пообщаться. Я маленько не хочу пока общаться, я хочу пока посидеть в тишине, отдохнуть. Я очень хорошо переношу одиночество, мне прям вот я сюда за этим и приехала, чтобы побыть в тишине. Я лучше здесь вот посижу, повышиваю, посмотрю ютубчик, что-нибудь такое. Вот, если уж захочу пообщаться, то, конечно же, пойду туда. Вот. С моими соседушками у меня нормальные отношения, они гуляют вдвоем. Девчонки одного возраста, я там 24-25 лет им, у них срок тоже маленький, ну, короче, у них много тем для общения. И вот так получилось, что этот, короче, ну, мы за обедом нормально общаемся, утром тоже, вот, да, там, вечером, вот они, я вчера легла, вот вырубилась, они мне, получается, не этот... пришли и видят, что я сплю. Ну, как бы честь и хвала им, да, не помешали, ничего, наоборот, там быстренько сделали свои дела, тоже легли спать. И вот я за это, конечно, очень благодарна, что у нас, ну, нет вот этих конфликтов, да. Как бы все нормальные вот в этом плане, все понимают и вот спокойно, короче, этот. А у меня еще вот чувствуется, что уже срок, ну, побольше стал. И я вот под вечер прям уже животик начинает немножечко буянить. Я устаю. У меня после массажа вот эти места вчера очень сильно болели под вечер. И я просто вырубилась. Я даже ничего не сняла, потому что, ну, вот все, я просто спать, все. Вот, поэтому, короче, я, можно сказать, что я прям больше довольна, чем этот, что соседями у меня нормально, можно сказать, повезло. Поэтому
Ну, как бы можно было бы с кем-то там пообщаться. Ну, короче, я говорю, пока я не страдаю пока от того, что вот я тут вся такая одна. Вот. С девчонками мы периодически с другими беременяшками тоже пересекаемся. Шибко так этот. Ну, поболтать так можно, но нет. Короче, не дружить. Вот. Поэтому, в общем, сижу. Набираю сил. Слушаю тишину пока. Сейчас, может быть, включу уже ютубчик. И буду потом уже ждать обед, что сегодня нам будет вкусненького давать. Я, в принципе-то, я выбрала, но я же не знаю, как это все выглядит, поэтому вот это интересно. Вот, процедур у меня сегодня никаких нет, только кислородный коктейль. Я уже его съела, выпила, как там правильно говорится. А вот, поэтому, в общем, отдыхаю, набираю сил. Время обеда. Сегодня у меня ухо. Просто я как манты хотела, я поела, я же говорю, у меня мантышки и салатик. Ну что, я уже пообедала и вышла снова. Теперь села на другую лавочку, но тоже в лесу. Как видите, здесь нет солнышка и так хорошо, тепло, не душно, не жарко, просто замечательно. На сей раз я уже с другой вышивкой взяла свою покрывалку, потому что облокачиваться непосредственно на лавочку достаточно, ну, твердо, жестко, чего уж говорить. Поэтому взяла, чтобы хотя бы чуть-чуть смягчить. Вот, лавочки, ну, в целом-то чистые, так что я не думаю, что это какая-то проблема. Я ж не на пляж взяла, где песок. А что дальше? Планирую сегодня здесь повышивать сейчас часов до 3, потом пойти в номер, попить чай. Немножечко отдохнуть, а там уже будет ужин. Вообще, прекрасная жизнь от еды до еды. И вот с таким релаксом. Итак, время ужина. Нам сегодня дают такой овощной салат, ряженку, коржик. Мы возьмем с собой потом в номер. И кисель. Ну и на ужин у нас тефтельки и овощное рагу. А это меню на субботу и воскресенье. Мы поужинали. Я сейчас поднялась в номер. Скоро поднимутся еще девчонки тоже. Немножко отдохну, полежу. И потом пойду гулять по вечерней территории санатория. Потому что я еще, как приехала, еще ни разу вечером здесь не гуляла. Меня все время вырубало. А сегодня вот я так аккуратненько силы берегла до вечера. Вот. Поэтому потом, когда пойду на прогулку, возьму вас с собой. Ну что, у нас наступил вечер, я пошла на прогулку. Здесь у нас в конце нашего этажа есть такой балкончик. И я иногда хожу отсюда. И мне нравится здешний вид. Вот там вот река Кама. А получается, за вот этими деревьями, ну, на переднем плане, вот озеро, на которое мы спускаемся. И там вдалеке часть моего города, набережные Челны. Ну все, пойдем посмотрим, что там сегодня за движуха внизу. По-моему, уже какая-то музыка звучит. Ну вот, я вновь спустилась сюда, к этому полю, где я вчера уже гуляла. На этот раз уже закат, грубо говоря, вот здесь, в этой стороне. Нам, конечно, не видно красивого заката. Ну ладно. Зато, знаете, уже воздух не такой, не так душно. В общем, воздух прекрасный, потому что здесь все-таки лес, да, рядом, и вода, ну, в общем, просто замечательно. Иду, наслаждаюсь жизнью. Сейчас пойду вон в ту сторону, где синенькие штучки, навесы, там детки собираются. Кажись, будут у них выступления. Я сегодня на обеде, когда сидела, вышивала, они недалеко там что-то репетировали. Я думаю, пойду посмотрю их выступления, их танцы там всякие. Вот, поразвлекаюсь. Я пока тем временем дошла до этой стороны озера. И вот там оно уходит уже на поселок. Поселок называется Кумыс. Вон видны его домишки. А вот здесь ворота, это вот конец, получается, территории нашего санатория. Я уже пошла в сторону номера, но здесь такая подсветка, водонапорная башня. И там, видимо, всякие служебные помещения.
А фонтан, я, кстати, думала, что под с подсветкой, но что-то нет. Чего-то там ничего не светится. Кстати, вот мой корпус. Я решила пройтись здесь кружочек, пока с мужем поговорила по телефону. Сейчас он еще раз перезвонит. И потом пойду уже в номер ложиться спать, готовиться ко сну. Новое доброе утро. Оно у меня начинается, как всегда, с минеральной воды. Сейчас выпью полстаканчика и пойду к врачу, к гинекологу. Она слушает ребеночка и должна мне сказать, какие будут дальше. Они у меня на следующей неделе должны взять анализы, что-то там еще. Спрошу еще про железо. Вроде как они мне должны его вдавать. В общем, а потом завтрак будет. Потом пока прогуливаюсь. Наслаждаюсь тишиной. Городок еще спит. И дышу воздухом. А, ну что, я вышла от врача. И вот такой у нас завтрак сегодня. И мне дали вот такое железо. Ну, что-то я сейчас почитаю. Наверное, буду свое лучше продолжать пить. От него, по-моему, побочки есть. Надо будет попросить мужа, чтобы привез мне. Итак, у нас здесь английская яичница и ячневая каша. Всем приветики! Я сегодня в самом-самом краю леса, который принадлежит этому санаторию. Итак, ну что, мы, значит, после завтрака я поднялась в номер, там не собрала вещи, чуть-чуть отдохнула и пошла купаться в бассейн. В бассейне сегодня я купалась вместе с другими беременяшками. О, было так тихо, так хорошо, потому что в прошлый раз там, конечно, я пошла не в свое время, я немножко опоздала, потому что мне поздно выдали мое расписание, но там есть условие, что ты можешь прийти в другое время, не обязательно, поэтому, то есть, ну, можно договориться, идут на встречу, конечно же, ничего не сгорает. И, значит, я там попалась с детишками, а детишки в бассейне, ну, это же, конечно же, визги, конечно же, вот это вот они бесились, им было весело, классно, конечно, но вот все-таки на данный момент мне комфортнее, если тише будет, да, вот в басике. И вот сегодня, значит, с девочками поплавали. У нас здесь две девочки уже еще уехали. Вот сегодня, получается, уезжают они последний день. Пока новых беременяшек я еще не видела. Вот. Ну и сегодня, вот сейчас я пришла, чуть-чуть здесь посижу, отдохну, подышу. Может быть, успею повышивать чуть-чуть горстку крестиков буквально, и потом пойду на обед. И после обеда планирую вернуться. И как обвышиваться в сласть. Здорово. Вот я дошла и до обеда. Итак, сегодня у нас салат из пекинской капусты, какой-то компот с цитрусом и супчик. Ух ты, какой жирненький, наваристый. Приятного аппетита вместе со мной. Супчик солянка, а второе, тут мясо, получается, под овощами, и отварной рис. Еще нам дали бананы. Я уже вышла от массажа, короче, мне сделали массаж. Сегодня, конечно, было больновато. Как говорится, когда начинаешь вот это вот разминать, все болячки-то наружу вылазят. Конечно, мне вот плечах вот это вот было тоже застойное, да, и под лопатками болело. Но она молодец, она, конечно, мне все равно все хорошо размяла, но аккуратно, не сказать, что прям я там как-то страдала. Вот, но зато я нашла, куда потратить денежки, наконец-то. В общем, мне можно сделать какие-то косметические эти маски на лицо, и у нее не есть, то есть она косметолог, и я такая, ну все, давайте, записалась, короче, на завтра перед обедом, схожу на первую, стоит всего 250 рублей, что бы не сделать, конечно, 15 минут процедура длится, 15-20, она сказала, надо будет полежать на кушетке, ну я, в принципе, столько вылежу, такое слово, да, в общем, смогу столько лежать на спине. И вот поэтому, короче, у меня такая радость, что я что-то все-таки себе здесь нашла дополнительное. Потому что больше мне ничего нельзя. Ну, так вот.
все либо согревающее, либо чего. Но я уже говорила. Вот, сейчас я продолжаю вышивать. Так уже много вышило, так здорово. Вчера с мужем разговаривали по телефону. Он такой: ну ты там, наверное, вообще, говорит, все вышьешь, все, что с собой взяла. Я говорю: да, мало взяла. Смеется, говорит, там все девочки, наверное, вышивашки, мол, завидуются, что у тебя столько времени. Я говорю: так вот это вообще самое оно, что здесь такой рай для вышивальщицы, что тебе не нужно ничего готовить, ничего убирать, стирать и так далее. То есть все тебе уже готовенькое, ты просто ходишь, вышиваешь, сидишь и радуешься жизни. Вот. Ну что, вернусь я к вышивке снова. Потом покажу вам, что у меня получилось. Ну и больше пока шибко таких новостей нет. Ну вот, я отшила, смотрите, вот эти две баночки, лучок и полку с горшочком со сметаной, а еще колбаски. Все у меня получается, что вся нижняя часть заполнена, и я буду уже переставлять пяльцы. Поэтому пока не переставила, решила вот вам показать свой прогресс. Надеюсь, что за все мои эти выходные я вышью еще очень-очень-очень много всяких различных красивых деталек в этом сюжете. Ну а сейчас я собираюсь уже пойти в номер и готовиться к ужину. Мы пришли на ужин, и сегодня нам дают винегрет. Это азуп татарский, кисель, кафеты даже дали. Представляете, кексики, как они пахнут вкусно, не могу. Ну и кефир. И снова всем приветики. Ну что, после ужина. О-о-о, вы не видите? Где? О боже, большая-большая птица. Вон, за мной, это журавль. Огроменные крылья, надо же. Вот я говорю, они где-то здесь, в этой стороне озера, где никто не купается. Они там туда прилетают, они там кормятся. А я после своего ужина решила выйти пройтись по своему же маршруту вокруг этого футбольного поля и к озеру. Сделала тут пару фоточек на лестнице. Ну, а потом вечер, наверное, я буду проводить уже в номере. Вот. Как-то так, в общем, проходят мои будни в санатории. Такие тихие, размеренные. Вот все, что... Вот все, что надо. Что еще? Я нашла, на что потратить денежки. Короче, этот... А, я же вам рассказывала уже. Уже забыла, представляете, надо же. Короче, ладно. И сейчас я сходила, в итоге оплатила эту маску 250 рублей. Вот, посмотрим завтра, как пройдет процедура. Ну и там что еще есть? У нее есть они разные, она сказала. Надо будет подобрать под мой тип кожи. И если что, ну, может, еще несколько штучек я и сделаю. Почему бы нет? Сейчас увидела здесь такое живописное место. Думаю, сходить, сфоткаться, что ли. Я дошла до этой стороны озера. И там, вон, вдалеке, это уже деревенские купаются, детишки. Там их так много, так весело, вообще здорово. Я говорю, прям, ну вот классно, настоящее, в самом делешное лето у детишек. Все, я практически уже обошла весь свой маршрут. О, он там такой огромный-огромный был. Сейчас пойду в сторону уже корпуса. Все, буду отдыхать. Ну, может быть, разве что здесь еще сейчас сфоткаюсь. Уж больно мне красиво тут. Доброе утро. Оно у меня началось вот с такого вида. И я выпила водичку минеральную. Сейчас пойду завтракать. А пока сижу в тиши, в тенечке на деревянных лесенках тут, на этой большой-большой лестнице, которая сначала меня пугала, но в итоге она оказалась не такой уж и высокой, и вполне себе я по ней хорошо поднимаюсь туда-сюда. На завтрак у нас сегодня манная каша, будут потом бутербродики и какие-то булочки, без ничего. Итак, у нас время обеда, сегодня вот такой салатик,
какой-то компот, бананы и суптик, рассольник. У меня, у девочки, гороховый с копченостями. И нам принесли плов. Вот так он выглядит. Вроде аппетитненько. Приветики! Ну что, я, значит, после обеда сейчас уже и готова вам рассказать. Была я у косметолога сегодня, она мне сделала альгинатную маску на лицо. В общем, нанесла такую смесь, она там вот потом застывает. Полностью у тебя закрыты глаза, рот, все, только нос открыт. И я там чуть ли не уснула, так здорово, так хорошо получилось у меня расслабиться. Маска была увлажняющая, как бы то, что мне надо, там антивозрастная и так далее. Я пошла, сразу оплатила еще 3 маски. В общем, мы с ней по моему расписанию посмотрели, и я записалась на те дни, когда у меня там ничего нет, и когда у нее есть запись свободная. По поводу массажа для лица я еще думаю. Ну, в принципе, стоит 575 рублей. Один массаж. Не знаю, посмотрю. Если буду скучать, пойду сделаю, что. Вот. Дальше что? Всё. А сегодня у меня 25 неделек моей беременности. Ребеночку. 25 неделечек. Вот, так что я сегодня читаю, значит, все свои приложения. Все там, что, какие обновления есть и так далее. Вот, и вот сейчас пока я посижу, пришла снова в лес, посижу, посмотрю, ну, придумаю, где бы мне сфоткаться для моей очередной такой фотографии недельной, да. И потом, сегодня собираюсь еще смонтировать этот влог для вас, чтобы потом с завтрашнего дня начать уже снимать новый. Я уже переоделась, сходила, в общем, пофоткалась возле фонтанчика, потом пошла домой, переоделась в купальник, сейчас пойду пить воду, а потом на ужин. И хочу сегодня побыть немножко на пляже после ужина, потому что жарко слишком мне. А после ужина вроде как немножко полегче. Поэтому сейчас посмотрим, чем нас будет кормить на ужин. А потом пойдем с вами к водичке. А на ужин у нас сегодня капустный какой-то салат с огурчиками. Не знаю, такой. А далее чай дали, но я налила себе компот из сухофруктов, курага и тут какие-то булочки с катыком. В общем, наверное, катык я возьму с собой на пляж и булочку, наверное, тоже туда возьму. Короче, посмотрим. Пока будем есть это. Ну, классическая запеканочка. Всем приятного аппетита вместе со мной. Ну все, я уже на пляже. Смотрите, я тут совсем-совсем одна. Юху, весь пляж мой. Сейчас буду фоткаться немножко. Потом полежу, почитаю книжку. Лежу на пляжу, балдею. Ну, я реально в шоке до сих пор, что до сих пор так никто и не пришел. И я одна здесь. Как-то наоборот. Вот такая жара у нас. У нас сейчас плюс 33 градуса. И вот днем, ну, было реально здесь пекло. Невозможно было находиться. Я, тем более в своем состоянии, конечно же, сюда не пошла. И вот я сейчас-то сижу, время 6:30, да. И то у меня так жарковато, но хотя бы не душно. То есть я пью водичку, я прошлась по воде, помочила ножки. Но что-то я, короче, боюсь, не знаю, сомневаюсь я в качестве воды. Она вроде так-то прозрачная, чистая, дно видно, но что-то я, короче, побаиваюсь искупаться полностью. Хотя, ну, очень хотелось бы, конечно. Но что-то меня останавливает. Вот, ну, это так это ладно я, а другие-то чё? Вот чё сейчас, неужели все сидят по номерам под кондёрами? Приехать на природу, чтобы сидеть в номере? Ладно там, кто болеет, а кто не болеет? Кто просто отдыхать приехал? Ну, я, конечно, не против того, что целый пляж мой. Хо-хо-хо. Вообще, кайфуши. У меня прям максимальный релакс и одиночество из возможного. Мне так здорово просто. Невероятно. Вот так вот я хочу закончить этот свой влог.
Так прошла моя 25-я неделя беременности. С завтрашнего дня начинается 26-я. Всем вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца, за ваши пожелания, поддержку. Я вас всех-всех обнимаю, целую. Пока-пока.